третьим надо было ему еще. Ух, ё! Слетай давай! Всем привет! Мы вот с Лёшей идем на гусика, на вечернюю охоту. С утра мы там вот охотились, я думаю, вы это видели. Идем по грязюке, начал капать дождик. Причем мы выносили гусей, ну все там оставили, профиля. Уже решили тут больше не дрыгаться, потому что гусей настреляли. Думаем, уже как пойдет охота, так пойдет. Вечером тут отохотимся и с утра. И пока мы выносили гусей, туда еще нападало, прям к нашим профилям. Хорошая такая стая, там несколько сотен. И потом днем, пока мы занимались, все подлетали там, гуси дальше садились. И к профилям садились. В общем, лед был. Ну, сейчас мы вот поспали немного, проснулись. Идем по этой грязюке. И дождь еще идет, добавляет грязи этой. Короче, дождик как бы нам не нужен, но уже как есть. У природы нет плохой погоды. Посмотрим, как будет вечерочка. Поохотимся вечерочку. И завтра утрянку. Так что все увидите. Не забывайте, что нужно, да, нужно быть подписанным. Ничего не пропускать. О, сидели в чучелах. Можно сказать. Тысячу гуся. Ну туда, под больше тысячи. 100%, тысячи полторы где-то будет. Боже мой, ну короче, туча хорошая. Короче, гусиков мы согнали. Ну как мы согнали, они сами улетели, пока мы шли с кроткам. Перелетели вперед, может, с километра на это же поле, шлепнулись. И вот сейчас все стаи, что идут туда, просто раз, и к ним подсаживаются. Ну, вечерняя охота, она такая. Ну вообще, очень редко я последний раз на вечернюю охоту... Не знаю, пару лет назад только на гусях ходил, потому что, ну, во-первых, она короткая, во-вторых, если ты собираешься утром охотиться, ты немножко подпортишь себе утрянку вечерней охотой. Ну, посмотрим, как у нас сегодня это все получится, потому что мы все равно тут лагерь разбили, уже никуда дрыгаться не будем, поэтому будем охотиться и вечером. Может, получится, что подманить. Ну, там Леха у нас сидит. Мы уже готовы к охоте. Вечерочка вчера, короче, была никакая. Ни разу не стрельнули. Поэтому будем охотиться сегодня здесь. Гусиков мы вчера как бы настреляли. Так что если сегодня даже и охота не удастся, то ничего страшного. Это вообще низко, оттуда их не видно. Да я бы не сказал, прям над головой где-то что-то пролетело. Я посмотрел, где-то. Ну если бы низко, то увидели же. Я тебе говорю, что не видно. Вот там туман такой, может. Вот на сверху висит. Ну, хоть первые гуси пролетели. Да. Вроде попало. Два упало, да? Да, ну хоть так, три вымахали. Три выколотили, да. Так, второй. Да? Я вообще в никуда стрельнул.
Не, я вроде как бы попадал, ну, вот, пошел на них, наверное. Вот этого точно можно было бить? Давай бьем. Подранок это? Не, один упал. Кто упадал? Вот рядом где-то, вон, лежит на бугре. А. Тебе неудобно тоже глаз стрелять? Да вообще неудобно. Ну, ну хоть одного выбили. Полем. С полем. Ты стрелял сразу по нем или нет? Я этого сбил. А? С первого выстрела этого сбил. Так и я стрелял. Вы одновременно выстрелили, значит. Я думал, ты не стрелял просто. Думаю, по нем как обычно, да? В принципе, он один перебил такой. Да. Держи, пойду заберу. Я не его. Давай. Охватил. Есть. Есть. Я два на. Красавчик. Это мы, видишь, попал сразу, ты добавил его. Я бы выключил эту камеру, блин. Вместо того, чтобы включить. Надо вот так вот растягиваться, а потом, если их расстрелять, то просто рулье отпустил. Не, нормально, 33. Подожди, напусти, напусти, напусти. Будем? Я первого. Я два. Ты маньяк какой-то сегодня. Красавчик, держи оттуда. Сегодня Леха валит. Смотри за ним. Так, нормально было? Да. Ну, эту двойку можно забирать, вот. Подожди, не спеши. Давай. Блин. Аж перо одно выбило у него. Да, один падает, все. Блин, и куда он там? Короче, туман такой сел плотный, он гусь вылетает просто из ниоткуда. Особо как бы и не контактирует. Что-то стреляем, как бы много выстрелов, мало гусей. Несколько подранков надо поискать, и тут два гуся падало, не можем найти за спину. Ну, будем искать. Попытаемся что-то выбить. Как бы где-то с десяток сбили примерно. Сбили больше. О, двойка. Давай попробуем уже, нет? Нет. О, блин. Блин, над головой больше. Ну ладно, давай попробуем эти. Да. Не спеши, не спеши. Давай. Идем. И третьим надо было ему сейчас. Ух, ё! Забрызгал. Ну, красава она. С полем. И два вверх пузом. В принципе, нет, вот левый, левый. Да, левый. Если найду. Ни одна не нашла. Эти могут стрелять на лице. Там один гумяш, там один беляш. О, эти походу налетают. Сука, неудобно выходит. Ну да. Я левый. Я задну. Давай. Будем? А, нет, подожди, вот этих. Нет, тоже. Нижний. Ну и ты одного выбил, да? Я два вроде выбил. Ну этого я стрелял. С полем. Ну. Этого вроде я. Так, пошли позабираем, уже 5 штук там лежит вроде. Этот вообще отлично плавает, как профиль. Thank you.
ты запарил. Подожди. Давай. Смотри, полетел твой гусь где-то. Вправо твой гусь полетел. Туда, где, за спину. Все, я увидел, по-моему, упал. Ну, и вот слева а он второй? Откалывает. Вон откалывается. Подожди. Не, вон. Так один же сразу упал, не? Гумяшек. Так, вот, ребята, закончили мы охоту. Гуси еще летают, но уже настреляли 15 штук, несколько подранков. Не нашли, потому что очень плотный был туман. И, ну, утягивать 100 метров видно, а дальше не видно. Вот чуть за чучела залетает, и все, и не видно. Ну, вот несколько подранков не нашли. Ходили сейчас, искали. Ну, гуси еще немного летают. Ну, тоже отличный результат, я считаю, 15 штук. Стрельба сегодня немного хромала как-то. Ну, туман нам подпортил немножко охоту, получилось так. Казалось бы, наоборот, должно быть лучше, а нет. Ну, в целом, сейчас тут пойду сделаю ходочку, занесу часть. Профиля занесу. Гусей немного занесу. Пока Леха будет собираться. Вот так вот идешь, грязь, сапоги забирай. Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемот. Фух. Завершилось наше путешествие на Гомельщину. В этот раз даже очень удачно. Как бы мы охотой остались довольны. 35 гусей за 2 дня сбили. Вчера могли, конечно, больше сбить. Но я вовремя остановил Алексея. Он и так бедняга. Тут вот устал. Осталось еще выехать там по этой луже, блин. Ну, я думаю, выедем. Если что, пойдем за трактором. Уже все ездят. Да, уже все ездят. Отлично. Значит, выедем. Гуси летают. Туман рассеялся. Сейчас мы тут покушаем, приберемся, загрузимся, потому что что-то вещей море. И поедем. А вы оцениваете видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угоде. Леха, как тебе охота? До новых встреч. Все, мы к Лехе поедем осенью на оленя. Как обычно. Как обычно, да. Только нас там егеря уже не хотят видеть. Нормально там все. Все там все хотят видеть. Добираем там все нужно.